Простой компактный планшет в металлическом корпусе. Сегодня распакуем Wi-Fi-версию планшета Samsung Galaxy Tab A7 Lite с индексом SMT220. Комплект поставки включает сам планшет, кабель для зарядки, адаптер питания, скрепку для лотка карты памяти и документацию. Перед нами классический планшет в темно-сером алюминиевом корпусе весом 370 граммов. Экран обладает диагональю 6,7 дюймов и обрамлен узкими рамками. Расширение 1340 на 800 пикселей. На левой грани расположен слот для карты памяти microSD емкостью до 1 терабайта, а на правой клавиши питания и качелька регулировки громкости. Снизу вынесен порт USB Type-C для зарядки и гнездо для подключения наушников. Динамики разнесены на верхней и нижней торцы, образуя стереопару. Они смещены к правому краю, потому если держать планшет горизонтально, громкоговорители не перекрываются ладонью. Фотокамеры представлены основным модулем на 8 мегапикселей и фронтальным на 2 мегапикселя. Этого достаточно, чтобы сфотографировать текстовое объявление или совершить видеозвонок. Из коробки планшет работает на базе операционной системы Android 11. Что же касается аппаратной части, устройство оснащено 8-ядерным процессором, 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами постоянной памяти. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5100 мАч. Из беспроводных датчиков Galaxy Tab A7 Lite получил двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth версии 5.0. Также есть поддержка GLONASS и GPS. А вот модуля сотовой связи и поддержки SIM-карт здесь нет, так что пользоваться мобильным интернетом не получится.